автор скульптуры – это наш знаменитый бурятский скульптор. Знания из области культуры, политики, экономики, а также вопросы, связанные с правом. Ликбез для студентов лесопромышленного колледжа устроили общественники из «Молодой гвардии». Они провели деловую игру «Знаток права». Они узнают больше о своих правах, узнают свои привилегии. Но наша главная задача, чтобы молодежь умела пользоваться своим правом, была эрудирована в этом плане. И получается, в дальнейшем мы с молодежью будем иметь работу по повышению их личных и профессиональных качеств. То есть мы дальше будем вовлекать в общественную жизнь других общественных организаций, ну, чтобы они могли дальше развиваться. Такие игры не только вовлекают в общественную жизнь. Подобного рода проекты помогают молодежи сориентироваться на рынке труда, что актуально в любое время. Я усвоила для себя новую информацию, как бы, и новые знания, которые мне нужны были и в будущем мне помогут. Знать свои права, знать права и обязанности других людей, ну и свои же. Подобные уроки активисты проведут и для студентов высших учебных заведений. Предполагается, что проект «Знаток права» будет ежегодным. Юлия Пермякова, Екатерина Элистратова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.